Харьков, площадь Конституции, 22 апреля 2019 год. И тут яйца. На Героя Труда на выходе из метро. Пасхальное яйцо. Тут появились яйца. На пересечении улицы Культуры и проспекта Науки. Перманентно находятся трехметровые, наверное, величины яйца динозавра. В общем, имеем все основания заявить, что Харьков — город с яйцами. Звучит пошло, тем не менее, это просто констатация факта. Так, что у нас там, еврейская Пасха сейчас, через недельку, православная. И яиц в городе побольшало. О, скрипач на крыше хорошо освещен. Не, с рук не получается снимать. Большая консоль, все трясется. Все трясется, все изменяется. Все изменяется. Так. Mark V. И плюс 17. Да, так. Как для еврейской Пасхи, так довольно тепло. Что у нас там еще? Атаман Серко слева по борту сейчас будет. А потом нам на Пушкинского. Чем же заниматься после смены, как не по городу бродить? И вот он наш. Недавно установленный атаман Серко. И фотогеничный, но совершенно неуместный автобус. О. Ну туда не пойдет. Без 10:04.